dragon. Здесь бдительные стражники. Сократ, ты свободен? Верно. Что случилось? Не мог же суд закончиться так скоро. Если бы мне дали шанс защитить себя, суд и правда закончился бы быстро. Увы, меня выпустили, лишив такой возможности. И хорошо. Тех, кто меня обвинил, нашли мертвыми. И все, что можно было использовать против меня, исчезло. Будто кто-то за тобой приглядывает. Говорят, нашлись те, кто воспротивился моему аресту. Хотел спросить, не твоих ли это рук дело? Что? Убийство? Кража? Подстрекательство? Да. Это в моем духе, но в этот раз я ни при чем. Я рад, что спросил. У тебя было время обдумать слова Пифии? Я думал, что на это уйдет куда больше времени. Но стоило оставить раздумья, как ответ засверкал, словно молния Зевса. Так ты согласен с Пифией или нет? Боги не лгут, но я знаю, что ничего не знаю. Я думал, почему Пифия назвала мудрым того, кто ничего не знает? И понял, что она имела в виду не меня. А кого же? Этот ответ я приберегу на потом. Многим он не понравится, и я хочу обдумать, как преподнести его в Афинах. Раз так, будь осторожен. Не хочу, чтобы тебя снова взяли под стражу. Идем домой. Думаю, там тебе будет лучше. С одной стороны, да. С другой, все зависит от Ксантипы. Я рад свободе, но вряд ли Ксантипа мне обрадуется. В этот раз у нее есть причина злиться. По ее мнению, мне нужно следить за тем, где и о чем я говорю. Это даст ей новый аргумент в наших спорах. Как-то не весело. О, ты ошибаешься? Я доволен. Вот как? Все думают, что Ксантипа привлекла меня красотой. Но дело в ее умении доказывать свою правоту. А меня как раз за это и не любят. Когда кто-то оспаривает мои взгляды, я совершенствую их и расту как личность. А ей нравятся эти споры? Хо-хо-хо, сомневаюсь. Но в эти моменты ее дух особенно силен, как у дикой кобылы. Только в лицо ее так не назови. Увы, твой совет немного запоздал. Сократ, найди укрытие. В любом случае, это бывает трудно понять. Поспеши, пока больше ничего не случилось. Thank you.
если заметят, мне не сдобровать. Только попробуй что-то выкинуть. Мне заплатят за это. Живее! Элла! Но! Пора в путь! Huh?
Эйла! Давай! Давай. Давай. Неужто Алексиус из рода Агиадов? Хозяин Орла, посланник Зевса, покоритель сердец. Алкивиад, у меня много имен, но последнее, кажется, ты сам придумал. Юный Орхимед нуждается в твоем мастерстве, чтобы добиться внимания женщины. Я буду бесконечно тебе обязан. Мне хотелось бы побольше узнать о тебе. Я Орхимед. Я пришел к Алкивиаду, потому что он знает толк в любовных делах и знаком с Проксилой. Я Мистий, а не покоритель сердец. Брось! Царица пиратов Ксения никого кроме него не пускала к самому сокровенному. А подробнее? Ты слышала о Проксиле? Имя звучит знакомо. Кто она? Кто она? Ее стихи — это дар Аполлона. Пишет о богах так, будто делила с ними ложе. Лира в ее руках становится оружием, бьющим точно в цель. Я ищу встречи с ней, но заговорить с богиней — это так страшно. Да брось. Подари женщине цветы, и она покажет тебе свой бутон. Но это Проксила. Ее так легко не завоюешь. Да, обычные цветы не подойдут. Они должны быть достойны богини. Я приезжаю сюда каждый год на праздник поэзии. Из всех цветов мира самые прекрасные — коралловые розы. С ними перед тобой раскроются все бутоны. Я принесу цветы. Это ведь редкий цветок. Где их искать? Так и есть, редкий. Все лучшее в жизни требует чуть больше трудов, чем большинство готово вложить.
Цветы растут на вершине горы. Если я добуду цветы, куда мне их принести? В лагерь. Проксила будет в своем шатре. Ты сказал, что приехал на праздник поэзии. Да. Одно из многих празднеств, посвященных Аполлону. Но для меня оно особенное, лучшее из всех. На других все слишком строго. А здесь как на вакханалиях. Вопросов нет. Прошу, если у тебя и правда твердая рука и доброе сердце, принеси мне эти розы. Я поэт, а не воин. Пожалуй, мне лучше подождать тебя в лагере. Да, ты стал бы легкой добычей для зверей. Я добуду розы. Вопросов нет. Прошу. Да, ты... Давай! Элла! Должно быть те самые розы. Живее! Я нашел твои розы. Ты вернулся. О, это прекрасно. Эти розы прекрасны. О, какой цвет. А запах. Теперь отнеси их Проксиле. Ты приехал сюда ради нее. Ты сам должен подарить цветы. Нет, я боюсь с ней говорить. Я сочинил стихи для нее. Ты их выучишь и... У меня не получится. Я наемник, а не поэт. Сможешь хотя бы отнести цветы, пока я репетирую? Ладно, но дальше ты сам. Так, она возле шатра, вон там. Отнеси ей цветы. Проксила, эти цветы прислал тебе Архимед из... откуда-то.
Я сказала принести вино 5 минут назад. Алексиус из рода Агиадов. Познакомься с моей подругой Проксиллой, музой Аполлона, искушенной в музыке. Ты Проксилла? Мой возраст удивил тебя, Мисти. Было бы глупо думать, что такое мастерство возможно в молодости. Проксилла, это Алексиос из Агиадов. Хозяин орла, посланник Зевса, покоритель... Алексиос, Алла, алой кровью врагов зальет землю он, сын богов. Как Ахилл он суров, сердца дев и мужей покорить он готов. Ах, просто гениально. Какая осанка, какая стать, спартанец, тиранов гроза. Пред самим Посейдоном сможет предстать, не в силах я отвести глаза. Обо мне она пишет не так великодушно. Эти цветы для тебя, не от меня, от Орхимеда. Он вон там. То есть, он был там. Коралловые розы? Скажу служанке положить в общую кучу. Это подарок. Будь вежливее. Где моя служанка? Вечно у нее ветер в голове гуляет. Я бы не прочь с ней погулять. Ахаек пропала. Должно быть, ее украла глупая девица. Ахаек? Это легендарная лира Проксиллы. Я как раз настроила ее перед твоим приходом. Я не могу выступать без Ахаек. Я видел, как Орхимед поспешил прочь отсюда. Нужно вернуть лиру. Если Проксилла здесь всех не разогреет, праздник станет унылым состязанием, где юноши меряются виршами. Когда лиру украли, Орхимед и та служанка как в воду канули. Возможно, они сообщники. А он казался славным юношей. Алкиви отпустил в мой шатер гадюку. Куда они могли ее забрать? Это праздник поэзии. Раздолье для преступников. Что такого в этой лире? Неужели нельзя выступить с другой? Без своих сандалий и щита Персей был бы обычным человеком. Вошел бы он в историю, если бы совершил свой подвиг без легендарного оружия. Лира бесценна. И в прямом, и в переносном смысле. Я найду вора и верну лиру. Лира Проксиллы пропала. Не видела? Лира Проксиллы пропала? Ужасно. Сперва Еврипид, теперь это... Кревсис уже не тот, что прежде. Ты случайно не знаком с Орхимедом? С Орхимедом? А, Орхимед. Юноша, что вьется около гадюк.
Да, знаком. Он приезжает на праздник уже третий или даже четвертый раз. Гадюки? Кто это? Знаешь, как бывает. Люди, которых унижают, начинают вместе унижать других. Не так давно они заняли храм Афины и Тонии. Теперь на дорогу лучше лишний раз не выходить. По-твоему, Архимед забрал Лиру туда? Надеюсь, что нет. Гадюки опасны. Если он принес Лиру, у него наверняка ее уже отняли. Для гадюк такие, как он, просто мальчики на побегушках. У него была Лира? Я не приметил. Он говорил с тобой, а затем ушел к шатру Проксилы. Они часто рыскали там вместе с ее рабыней. Я думал, что они, ну, занимаются садом. Храм Афины – лучшее место, чтобы продать краденое? Увы, здесь можно купить и продать что угодно, но если ты принес краденое гадюкам, тебя не станут преследовать. Жаль, это был прекрасный храм. Спасибо за помощь. Удачи с Лирой! И остерегайся, гадюк, в храме Афины и Тони. Ты служанка, та самая, что исчезла одновременно с Лирой. Я объясню. Архимед подговорил меня, пообещав заплатить за мою свободу. Когда мы сбежали, он сказал, что отнесет Лиру гадюкам. Я была против. Гадюки за. Значит, и Архимед, и Лира у гадюк. Ладно. А ты вернись к Проксиле и извинись, если и правда хочешь помочь. Я горю! Нет! Я!
Должно быть, Орхимед и Лира находятся здесь. Негодяи заставили меня украсть Лиру. Да что ты? Меня схватили, а Лиру забрали. Малака! Так им и надо. Они вынудили тебя украсть Лиру? Нет. Они помогли мне поверить в себя. Мы пили и говорили о поэзии, и... Я проболтался, что Проксила моя мать. Что? Проксила твоя мать? Да. Она бросила нас с отцом, когда я был крохой. Сказала, что ее предназначение — стать странствующим поэтом. Мой отец, Ахайк, подарил ей на свадьбу эту лиру. Она любила ее больше, чем нас. Я хотел... Чтобы она поняла, как мы страдали. Проксила с детства хотела стать поэтом. И имела на это право. Стоило подумать об этом, прежде чем заводить семью. Зря отец подарил ей эту лиру. Кстати, о лире. Она у тебя? Малака. Да. Но ее повредили в бою. Прошу. Подожди, мне нужен совет. Поговорить ли с Проксилой? Не знаю, что делать. Объясни Проксиле, кто ты. Поговори с ней. Возможно, она скучала по тебе. Мне нужно время, чтобы обо всем подумать. Об отце, матери, друзьях. Не говори Проксиле, кто я.
Я принес Лиру, но она сломана. Спасибо. О, Ахаек, что с тобой случилось? А, Алексиос, гроза воров. Спасибо, что вернул мою лиру, но мне нужна помощь еще в одном деле. Хочешь починить ее? Ты прозорлив. Взгляни. Она размякла, потрескалась. Звук глухой, невыразительный. Как ее можно спасти? Праздник проходит в Кревсисе не первый год. Город живет им. Поскольку инструменты хрупки, как сердце поэта, в порту Кревсиса есть мастер, который чинит их. Не очень далеко. Все знают, что в этих холмах опасно, поэтому мне нужен сильный защитник. Я провожу тебя до места. Я вознагражу тебя. Пойдем. Ну, пошли. С этим местом многое связано. На моих глазах порт разросся до города, а встречи друзей превратились в многолюдный праздник. Здесь лучше, чем дома. Твоя истинная любовь Лира, а дом — праздник поэзии? Ты никогда не хотела осесть? Милое дитя, моя жизнь не так проста, как кажется. Я научена горьким опытом и знаю, что мне, как зефиру, нужна свобода. Ты печешься лишь о себе? Зачем жить не ради себя, а ради других? Это участь раба или верного пса? Ты ранишь людей. Если бы мне пришлось жить так, как принято, завести семью, сидеть дома, я бы умерла. Умерла в душе и бросилась бы в море. Я знаю, чего хочу. Похоже, здешний праздник проходит в весьма непринужденной обстановке. Да. Дионис забрал наши дары Аполлону и преподнес нам наслаждение. Теперь понятно, что привлекает сюда людей. Не пойми неправильно. Не все приверженцы. Тимиха, где же ты? Кто там шумит? Чума вас забери! Даже запах моря не может перебить твою вонь, Тимиха. Проксила, я собираю фрукты, чтобы швыряться в тебя всю неделю. Какая честь для меня. Нужна помощь. Одна бестолочь повредила моей Ахаек-шейку. Это бестолочь? Увы, я не единственная бестолочь в округе. Этот силач вернул мне Ахаек. Теперь он сопровождает меня. Ладно, дай мне Ахаек. Она серьезно пострадала. Но ты починишь ее, да? Починю, конечно. За пределами Афин не сыскать мастера лучше, чем я. Беда в том, что Ахаек особенная. У меня есть материалы, но для нее они не подойдут. А какие подойдут? Для шейки есть все, что нужно. Но старая, сломавшись, вырвала струны и перекладину. А через корпус прошла трещина. Его нужно заменить. Что я должен найти? Кто-то делает перекладины из кости, но, как по мне, дерево лучше. Для струн используют кишки, для корпуса – панцирь. Для корпуса нужен черепаший панцирь? На этом берегу мало черепах, так что сгодится и раковина. Значит, струны — это кишки. Кишки. Вымоченные и вытянутые. Убей пару легендарных зверей, чтобы Ахаек вновь запела. Что за перекладина? И какое нужно дерево? Перекладина — это то, к чему крепятся струны. Точно. Она должна гнуться, потому гибкая. Думаю, с этим все согласны. Я вернусь с материалами для починки Ахаек.
волки свирепые твари. Выпущу им кишки. Надеюсь, для Хайк хватит этих кишок. Этот панцирь подойдет для Лиры. Только дерева должно хватить. У меня есть все, что нужно. Прекрасно, давай. Осторожнее. Меня она будет любить больше. У тебя слишком грубые пальцы. Но до сих пор никто не жаловался. Вот и она. Прекрасна, как никогда. Лучшая работа? Грабеж средь бела дня. Ой, иди уже, оглушай людей своими воплями. Спасибо. Вот твои деньги. Мне нужно время проверить мою Ахайк. Возможно, мне снова понадобится помощь, так что заглядывай. Конечно, если буду рядом.
Мисти вернулся. Не хочешь проводить нас, Ахаек, на наше торжественное выступление? Как я могу такое пропустить? Отлично. Мы снова вместе. Вместе, значит? А на плату рассчитывать стоит? После моего выступления денег будет в избытке. Ты посвятила жизнь искусству. Может, похвастаешься чем-нибудь? Каждую ночь перед сном я пишу сотню стихотворений, а утром, проснувшись, сотню выбрасываю. Часть, что уцелела, приглянулась людям. У тебя есть любимые? Есть один стих. Он очень известен и дорог мне. Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил. Первое — солнечный свет, второе — блестящие звезды, третье же — яблоки, спелые дыни и груши. Мило, но нам пора идти. Итак, дыни? Солнце дает нам плоды деревьев, как плоды чресел. Ты сказала, что оставила свет. В смысле? Не я, а Донис. Перед смертью его спросили, что было самым прекрасным в его жизни. Мне кажется, нет ничего прекраснее солнца, луны и звезд. О, а почему его спросили? Он воплощение красоты. Как прекрасно должно быть то, с чем тяжело расстаться даже ему. Ясно. Что ж, мы на месте. Чудесно. Спасибо. Это Проксила. Я знал, что она придет. Проксила, прочти нам что-нибудь. Я читаю этот стих много лет. Алексиос, позволь мне услышать его заново в твоем исполнении. Нет, нет. Глупости. Ты сможешь прочитать его должным образом. Нам не помешает разнообразие. Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил. Слава Аполлону! Первое — солнечный свет. Второе — блестящие звезды. Одна из моих любимых строк. Третье же — яблоки, спелые дыни и груши. Моя любимая строфа! Я рада, что мои стихи так тронули тебя. Не думал сменить свое копье на лиру? Я верен своему делу. Что за праздник поэзии без головорезов, затевающих драку? Проксила, уходи отсюда. Я с ними справлюсь. Каждый год такое. Проклятые глупцы напиваются и погибают. На праздниках поэзии не приходится скучать. Да уж. Мне нужна минута перевести дух. Вернемся в мой шатер. О, все закончилось хорошо. Проксила,
Мне потребовалось много лет полных душевных терзаний и слез, чтобы решиться прийти сюда. Я Орхимед, твой сын. Когда я узнала имя вора, я поняла, что им можешь быть ты. Я хотел, чтобы ты страдала, как страдали я и мой отец. Но раньше я знал тебя лишь как мать, что бросила меня, а теперь узнал как поэтессу. После смерти меня прежней, я оставила в прошлом самое ценное, что у меня было. Как и Адонис. Ты не мертва. Никто из вас. Не упустите свой шанс. Попробуйте начать все заново. Спасибо за твою помощь. Дела плохи, здесь тело.